Чтобы яблоки, да и другие фрукты хранились до весны, запомните эти простые нюансы. Первое. На срок хранения сильно влияют погодные условия сбора. Нужно собирать в сухую погоду. Лёжкость фрукта, конечно, определяется сортом. До весны хранятся только зимние сорта. При сборе правильно не тянуть яблоко к себе, а пальцем надавливать на плодоножку. И яблоки, и груши могут дозариваться, и лучше их собирать слегка зелеными. Дозаренные хранятся в 1,5-2 раза дольше, чем снятые спелыми. Начать сбор яблок можно, увидев такой знак, как появление падалицы под деревом. А еще можно разрезать яблоко, снятое с дерева, и если семена уже наполовину или 3/4 окрашены, значит фрукты готовы к съему. Чтобы плоды хорошо хранились, они должны быть охлажденными, поэтому наилучшее время суток для сбора – в утренние часы после высыхания росы. Если снимаем вечернее время, нужно, чтобы они полежали на улице ночь, охладились, подготовились к хранению. Далее. Как правильно складывать на хранение? Любой ящик надо перестилать газетой. Она впитывает конденсат, чтобы он не скапливался на самих яблоках и они не гнили. При этом легкая влажность в погребе – это хорошо для сохранения плодов свежими. Не складывайте яблоки абы как. Гораздо дольше округлые сорта хранятся плодоножкой вниз, а удлиненной формы – на бачке. Можно еще перестилать каждый слой яблок в ящике древесной стружкой, но только не хвойных пород, чтобы не появился смолистый привкус. Раньше хранили на чердаках в соломе. Она смягчает перепады температур и впитывает лишний конденсат. 2-4 градуса – идеальная температура для хранения яблок, 10-12 – для груш.